28-летняя Анастасия Макеева мечтает о курортном отдыхе. Актриса, певица и фотомодель представила шикарный летний образ. Победительница шоу «Три аккорда» устроила пикантную домашнюю съемку в ванной. Красотка облачилась в купальник модного в этом сезоне ультрамаринового цвета. Лиф со стразами подчеркнул пышную грудь Анастасии, а трусики-бикини – подтянутые ягодицы. Макеева запечатлела себя перед зеркалом. Она распустила волосы, сделала нежный макияж с акцентом на глаза и розовый маникюр. Артистка гордится результатом работы над телом. Кинозвезда сняла изящную фигуру со всех сторон, после чего показала сексуальный танец под ритмичную музыку. «Я пофантазировала, что я на море и поехала с любимым на Мальдивы. И вся такая хожу как дура в купальнике по дому. Короче, мы купаться будем или нет? Мы плавать будем в Черном море или все-таки вырвемся куда-то? Вместо пляжа танцуем в купальнике в доме. А вы как мечтаете?» «Хочу на море», — указала инстадива. Эффектный аутфит Анастасии вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. Особенно оживленно отреагировали мужчины. «Белиссимо!» Как сказал Киркоров, лучшие ноги страны. Да что там страны? Мира. Крутой купальник, слов нет. А фигура твоя так вообще, улет. Красотка, купальник огонь. Море волнуется и ждет такую красоту, купальник сногсшибательный. Фигура тоже, теперь непременно надо выгулить. Шикарное тело и вид сзади. Желаю вам отвезти себя куда захотите, чтобы случилось отдохнуть этим летом, фигура готова, просто бомбическая фигурка. Обалденное тело у вас. Восхитились фанаты. Анастасия снялась в купальнике на Северном полюсе. Актриса подразнила мужчин обнаженной грудью. Макеева попыталась повторить шпагат Волочковой. Копирование фишки скандальной балерины назвали пошлостью.